26 августа прошло торжественное поднятие обновленного символа вуза – флага ЮРГУ. Лев и грифон, изображенные на полотнище и символизирующие две части света, олицетворяют собой объединение Европы и Азии на платформе университета. Сегодня вот такой день, когда мы меняем бренд, меняем общий облик, наше видение со стороны нашего университета. И давайте будем к нему привыкать, потому что мы шли к этому изменению достаточно долго. Так начался новый этап развития Южноуральского государственного университета. А для молодого поколения это время прогресса, активного развития и глобальных перемен. Флаг очень здоровский, нам рассказывали о нем на системе студенческого кураторства. Он объединяет Европу и Азию, и вот эта вот большая буква «У» University очень здорово, очень круто и молодежно. Это очень здорово, конечно, что в тот момент, когда мы учимся в университете, происходят такие перемены, чувствуешь себя каким-то, ну не знаю, первооткрывателем, что ли, и это очень круто, интересно и прям вдохновляет. Размеры флагов, древка, все указаны в руководящих документах, и отклонение от этого тоже недопустимо. Тогда флаг является тем флагом, который должен быть, а не просто флажочком. Меняются эпохи, идут года, изменения неизбежны. Полотнище прошлого образца будет помещено в музей вуза на вечное хранение, согласно приказу ректора. А Южноуральский государственный университет будет и дальше развиваться, но теперь уже под своим новым символом, под новым флагом.